Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Honor 7A. И хотел бы заметить, что на этом устройстве предустановлены сервисы Google, а также предустановлена клавиатура Google. Это значит, что клавиатуру менять мы будем именно гугловскую, потому что... Ну, хотя ладно, я вам покажу, как изменить и стандартную, и гугловскую клавиатуру. Итак, поехали. Для начала мы переходим в приложение «Настройки». То есть, да, открываем «Настройки», да, елки-палки. Вот, открыли «Настройки». Да уж. Вот. И в самом низу выбираем пункт «Система». Затем мы с вами выбираем пункт «О». Этот вот язык и вот. Это четвертый пункт сверху, если считать. И выбираем следующий пункт, то есть какая у вас клавиатура стоит по умолчанию. Если стоит клавиатура Swift K, как у меня на данный момент, тогда нажимаете клавиатура Swift K. Там получается сообщение ни в коем случае, нажимаете не сейчас. Вот. И вам нужно нажать на кнопочку многоязычная. Нажимаете на нее. И видите, вот, ваши языки, то есть, да, которые установлены сейчас на клавиатуре, только русский. Дальше есть предустановленные и все. Нажимаем на предустановленные языки и ищем тот язык, который вам нужен. Если его здесь нет, тогда нажимайте на все языки и ищите его здесь. То есть, да, если нужного языка не было в предустановленных, тогда ищите его здесь. Мой язык, я предполагаю, так что будет в предустановленных. Какой бы я хотел выбрать? Да, давайте выберем английский, почему нет? Ладно, давайте филиппинский, я не знаю, какая разница будет, если это все равно латиница, неважно. Успешно добавлено. Дотроньтесь, чтобы изменить раскладку, тра-та-та-та-та. Так, давайте сделаем так. Вот, нажмем «Ввод» дальше. И здесь можно нажать на кнопочку клавиши. Ну, в принципе, больше ничего менять не нужно, все стоит правильно. Вот, что же нужно сделать? Нужно сделать следующее. Вот, в любое текстовое поле выбираем и смотрим, что как была русская клавиатура, только так и осталась. Но теперь ее можно менять. Либо же, нажав на кнопку пробел и удерживая ее, а потом вот так вот просто протягивая на филиппинский, видите, Филиппину. Либо же просто по пробелу тянуть в одну или во вторую сторону. Вот так вы, собственно, и можете теперь переключаться между языками. Это был способ переключения на клавиатуре Swift Key. Сейчас я вам покажу, как это делать на клавиатуре Google. То есть давайте выйдем обратно. Открываем приложение «Настройки». Спускаемся в самый низ. Выбираем пункт «Система». Затем выбираем пункт «Языки», вот, четвертый сверху. И клавиатура по умолчанию выбираем... настройки способа ввода. А, я понял. У меня клавиатура Google все-таки не установлена. Ну, тогда не расскажу я вам. Потому что я ее, походу, root-провайма ударил. Не помню, зачем я это сделал. Ну, неважно. Простите тогда за то, что не покажу, как это сделать с клавиатурой Google. Но там все, в принципе, работает абсолютно точно так же. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До встречи.